Сегодня новости о состоянии Анастасии Заворотнюк немного подбодрили ее поклонников. Так стало известно, что актриса вышла из комы и переведена из реанимации в отдельную палату. Кроме того, медики возобновили лечение моей прекрасной няни. Однако совсем недавно стало известно, что Анастасия Заворотнюк не выходила из комы, так как не впадала в нее. По данным из телеграм-канала «База», актриса не находилась на грани жизни и смерти. На данный момент есть информация, что Анастасии Заворотнюк проводят курсы лучевой терапии. Осложнения в результате комы, полиогранной недостаточности и пневмонии у нее тоже не было. СМИ также сообщили, что с лечением семьи актрисы помогли друзья. Они сумели привязать ее по страховому полису к одной из лучших частных московских клиник. Таким образом, нахождение в больнице для Анастасии Заворотнюк бесплатно. Кроме того, по сообщениям из Росс-СМИ и соцсетей, Анастасию готовят к операции по удалению опухоли. По словам медиков, у актрисы есть высокие шансы на выздоровление. А тем временем на болезни Анастасии Заворотнюк начали наживаться мошенники. Злоумышленники предлагали представителям СМИ заплатить деньги за общение со звездой и ее родственниками. А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях и подписывайтесь, чтобы быть в курсе новых новостей. Работала в бутике Бирюлёва, пока её парень не выкинул с работы. В одной из этих ужасных...